Заходим, приглашаем номер 15, Венская Анастасия. Прыгажосць выратуе свет, а яшчэ можа дапамагчы стаць на ногі ці купіць спецыяльнае крэсла-каляску. Менавіта на яе зараз ідзе збор грошай для Марка Пашкевіча, а далей зноў на реабілітацыі, якія каштуюць немало. Впереди в августе у нас запланирован следующий курс реабилитации, на который нам нужна снова большая сумма денег. К сожалению, в семье работает у нас только папа, поэтому самостоятельно мы собрать деньги не в силах такую большую сумму за короткий период. Поэтому мы обращаемся ко всем добрым волшебникам, которые нам могут в этом помочь. Цель моей жизни, чтобы как-то поставить его на ноги и быть ему в первую очередь хорошим отцом и другом. В общем, делаем все для того, чтобы он был счастлив. Да, и чувствовал себя таким же ребенком, как и все малыши, которые бегают здесь сегодня на показе. У модном показе приняли удел навучальные установы, которые занимаются подготовкой кадров для легкой промысловости, швейные фирмы, ремесленники и индивидуальные предпринимальники. Усяго дизайнеры представили 27 коллекций. Так само в рамках фестиваля прошел конкурс «Супермодель», у яким поудельничало 42 конкурсанта у трех узростовых категориях. До речи, география удельников фестивалю широкая, выходит за межи Брестской области. Также у нас есть гостевые коллекции с Киева, с Витебска, с Гомеля, с Минска. Но это, конечно же, опыт. Пройтись по подиуму, не стесняться фотографов, софитов, интервью. Это очень важно для развития детских творческих навыков. Почему я хочу стать моделью? Ну, я хочу, чтобы у меня спина была ровная, чтобы писали обо мне журналы всяких разных. Участвовать здесь – это для меня большой опыт. Это, во-первых, вот, интересно. Во-вторых, много новых знакомств можно обрести. Также вот с какими-то модельерами, с какими-то визажистами. Огромный опыт. Очень интересно пройтись в качестве модели. Это увлекательно. Мне нравится этим заниматься. Это красить человека. Были выбраны лепшие дизайнерские коллекции, которые примут удел у 5-й международной форуме выставы деловых контактов «Брест-2020». Он пройдет у красовику. А так само вызначили самых лепших у каждой категории номинации сярод конкурсантов «Супермодель». Выделить победителей вообще на самом деле очень сложно. Все модели сегодня заслуживают самых высоких похвал. Та цель, которая преследуется сегодняшним мероприятием, наряду с вот такой эстетической, еще и очень благородной, это сбор средств на лечение Марка. И мне кажется, чем больше будет таких проектов, которые сочетают в себе массу замечательных функций и эмоций, тем интереснее будет жизнь города, тем богаче будет жизнь города. Ганна Буйкевич, Сергей Мацвійчук, телерадіокампанія Брест.